Здравствуйте. Здравствуйте. Можно с вами познакомиться? Можно. Расскажите о себе, кто вы, откуда вы? Я Вячеслав, из города Гомель, Белоруссия. Ага, здорово. А где вы находитесь? Такое место красивое. Вы специально это? Мы находимся на уникальном месте. Голубые озера в Черниговской области. Ага. Специально приехали из Беларуси, чтобы вот попасть сюда, провести прекрасное время в компании прекрасных людей, которые умеют танцевать, любят танцевать. В общем... А много вас приехало из Белоруссии? Из каких городов? Приехало сейчас город Гомель и город Гродно. Человек так в сумме... Ну, из Гомеля человек 12, из Гродно 2. Ух ты! Здорово! И все танцуют? Все танцуют. И сальсу, и бачату, и зук, и кизомбу даже. Ух ты! Здорово! А что за мероприятие, как называется? Сальса-фестиваль на Голубых озерах. Здорово. Эдик Шуман, организатор, молодец. Ой, спасибо ему большое. Прекрасное мероприятие. Классно. Много людей из разных городов. А сколько дней оно длится? Ну, мы приехали в пятницу, в воскресенье последний день. Здорово. Ага, то есть в июле 3 дня сальса на Голубых озерах. А скажите, вот какое ваше впечатление от здесь, от природы, от компании, от организации? Ну, очень хорошее впечатление. Да? Начнем с природы. Окей, посмотрим сейчас на природу, я покажу вам. Озера просто прелесть. Вода, парное молоко. Тепленькое, да? Да. Чистенькое. Красная, да, чистая. Какая красота. Здорово. Организация. Очень хорошо, что здесь есть кафешки, музыка. Ну, так сказать, выделена танцплощадка, периметр свой. Здорово. Расскажите, а чему вы здесь научились? Что здесь проходило? Здесь были мастер-классы по зуму. Интересные. А еще? Были мастер-классы, помимо звуков, по бачате и по сальсируэте. Если я не ошибаюсь, по бачате мастер-класс вели вы, да? Да, я вел мастер-класс. Здорово, классно. А какую школу вы представляете? Я представляю танцевально-спортивный клуб «Латина», город Гомель. Да, спасибо. Я преподаю там социальную латину, звук, сальсу, бачату. Замечательно. Скажите, а как встретил... Как вы встретили украинский зук? Как вы считаете, как у нас с зуком на Украине? Зуком? Ага. Я зук вообще как бы недавно начал изучать, полгода, скажем так. Вот. Зук на Украине меня встретил, мне очень понравилась Анастасия. Представляет школу с Украины. Вот, мне очень понравилось. А что вам понравилось? Ну, во-первых, когда школа встречается, различные школы, различные направления, всегда идет обмен какими-то такими тонкостями. А, интересно. Вот, ага. И сам мастер-класс мне очень понравился. А сколько было мастер-классов в целом? Два. Два, да? Два мастер-класса. Первый по... взаимодействию, контакту. Угу. А какие именно вам техники больше всего заинтересовали вас? Мне очень понравилось упражнение воды. Как там? Состояние водоросли. Да. И состояние водоросли. И магнитика. Они точно уедут в Беларусь, теперь город Гомель обязательно их будет использовать. Супер. В обучении это 100%. Классно. И, соответственно, вот. Спасибо. Звуки мне очень понравилось. Какие-то секретики я узнал, тонкости, которые я только мог видеть, но я не знал, как их делать. Здорово, да. Секретики мы все рассказываем, мы ничего не прячем. Да, ну, в принципе, мы открыты тоже, все, что мы знаем. Скажите, а вы нас когда-нибудь пригласите к себе в гости? С удовольствием. Да? Без проблем. Хорошо, а к нам приедете в следующем году? Стараемся, мы сделаем да. Все. Здорово. Ну, спасибо, просто замечательная энергетика. Это
незабываемые впечатления, и танцы, и солнце, и море, и самое главное – это взаимодействие. Озера. Да. Ну, как море, вы знаете, большой разницы нету. Разве что в глубине. Спасибо большое.